Сегодня в Старом Осколе остыли батареи. Завершился отопительный сезон. В округе установилась среднесуточная температура воздуха на уровне плюс 15 градусов. Согласно закону, отключать тепло можно уже при 8 градусах среднесуточной температуры. Перекрыли мы везде тепло, за исключением объектов здравоохранения, дома ветеранов и детский дом у нас еще отапливается. Отопительный сезон хорошо прошел, без аварий, без инцидентов. Так что, ну, как говорится, успели мы подготовиться в прошлый ремонтный период. Мы уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. Ну, отопительный сезон закончился в связи с тем, что наступили положительные температуры уже под 20 градусов. И прогнозируемо тоже дальше идет тепло. Отопление в школах и детских садах отключили с начала дистанционного обучения по заявлению Управления образования. В 2019 году отопительный сезон закончился на неделю раньше.